Всем привет! Сегодня буду вязать такие тапочки-слитки. Для тапочек я использовала пряжу акрил 100% 315 метров на 100 грамм и спицы номер 3. Тапочки начинаем вязать с нижней части. Дальше вяжем мысу, потом вяжем верхнюю часть тапочек и в конце вяжем подошву и задник тапочек. На спице серой ниткой набрала 93 петли и первые 4 ряда вяжем платочной вязкой. Лицевые и изнаночные ряды провязываем лицевыми петлями. Первая петля кромочная и до конца ряда вяжем лицевыми петлями. Так провязываем 4 ряда. Провязала 4 ряда платочной вязкой. Следующих 2 ряда буду вязать резинкой 1 на 1. Первая петля кромочная и дальше вяжем. 1 петля лицевая, 1 изнаночная. И снова лицевая, изнаночная. И так провязываем 2 ряда. Лицевая, изнаночная. Провязала 2 ряда резинкой 1 на 1. Следующих 2 ряда вяжем платочной вязкой. Лицевой и изнаночный ряд провязываем лицевыми петлями. Первая петля кромочная. И все петли до конца ряда провязываем лицевыми петлями. Так вяжем 2 ряда. Провязала еще 2 ряда платочной вязкой. Вместе у меня провязано 8 рядов. Следующих 2 ряда буду вязать лицевой гладью. Лицевой ряд провязываем лицевыми петлями, изнаночный ряд изнаночными. Вяжем 9 ряд. Первая петля кромочная и до конца ряда все петли провязываем лицевыми петлями. Провязала 9 ряд, 10 ряд. Первая петля кромочная и до конца ряда вяжем все петли изнаночными петлями. Провязала 10 рядов в нижней части тапочек. Следующих 10 рядов буду вязать, так как вязала предыдущих 8 рядов, повторяя схему с 3 по 10 ряд. Так вяжем еще 10 рядов. Провязала еще 10 рядов. Вот такая нижняя часть тапочек у меня получается. Дальше будем вязать мысок. Для начала провязываем первые 39 петель. Первая петля кромочная. И дальше вяжем 38 петель лицевыми петлями. Провязала первые 39 петель. Дальше на центральных 15 петлях будем вязать мысок. Вяжем первый ряд мыска. 14 петель провязываем лицевыми петлями. И следующие 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязали первый ряд мыска. Разворачиваем, вяжем второй ряд. Первая петля кромочная, 13 петель лицевых. Следующие 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязали второй ряд мыска. Разворачиваем. Третий ряд мыска, первая петля кромочная, 13 петель лицевых. Следующие 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязали третий ряд мыска, разворачиваем, вяжем четвертый ряд. Первая петля кромочная, 13 петель лицевых.
Следующие две петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязала четвертый ряд. Провязала 4 ряда мыска. Следующих 4 ряда буду вязать розовой ниткой. Крепим розовую нитку и вяжем пятый ряд. Первая петля кромочная. 13 петель провязываем лицевыми петлями. И следующие две петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязали пятый ряд мыска, разворачиваем и вяжем шестой ряд. Первая петля кромочная, 13 петель изнаночных. И следующие две петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязала шестой ряд. Разворачиваем, вяжем седьмой ряд. Первая петля кромочная, 13 петель лицевых. И две петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязала седьмой ряд. Разворачиваем, вяжем восьмой ряд. Первая петля кромочная, 13 петель изнаночных. И следующие две петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязала 8 рядов мыска. Следующие 32 ряда продолжаем вязать, так как вязали предыдущих 8 рядов, повторяя схему из 1 по 8 ряд. Провязала еще 32 ряда мыска. Дальше петли мыска и петли, которые у нас на левой спице, до конца ряда все петли провязываем серой ниткой лицевыми петлями. На спицах у нас осталось 53 петли. Провязала петли с левой спицы. Дальше, следующих 3 ряда, все 53 петли провязываем лицевыми петлями. Вяжем платочной вязкой 3 ряда серой ниткой. Первая петля кромочная, до конца ряда вяжем лицевыми петлями. Так провязываем 3 ряда. Провязала 3 ряда лицевыми петлями, платочной вязкой. Вот такой мысок у меня получился. Дальше вяжем верхнюю часть тапочек. Крепим розовую нитку и вяжем первый ряд верхней части. Первая петля кромочная. И дальше вяжем раппорт. Одна петля изнаночная. Следующую петлю снимаем вместе с накидом. Делаем накид и снимаем петлю непровязанной. Провязали раппорт и снова повторяем. Одна петля изнаночная, одну петлю снимаем с накидом. Провязали второй раз раппорт. И по такой схеме продолжаем вязать до конца ряда. Второй ряд. Первая петля кромочная, дальше вяжем раппорт. Одна петля лицевая и непровязанную петлю с накидом делаем еще один накид и снимаем уже с двумя накидами. Провязали раппорт и снова повторим. Одна петля лицевая, следующую непровязанную петлю с накидом добавляем еще один накид и снимаем с двумя накидами. И снова повторяем. Одна петля лицевая. Накид и петлю снимаем, добавляя еще накид. Следующий третий ряд.
Первая петля кромочная и дальше вяжем раппорт. Одна петля изнаночная. Два накида с непровязанной петлей снимаем, добавляя третий накид. Провязали раппорт и снова повторяем. Одна петля изнаночная. Следующие два накида и непровязанную петлю снимаем, добавляя еще один накид. Снимаем с тремя накидами. Провязали второй раз раппорт и снова повторяем. Одна петля изнаночная. Непровязанную петлю снимаем. Снимаем вместе уже с тремя накидами. И так продолжаем вязать до конца ряда. Четвертый ряд. Первая петля кромочная и дальше вяжем раппорт. Одна петля лицевая. Дальше петлю с тремя накидами провязываем вместе лицевой петлей за заднюю стенку. Провязали раппорт и снова повторяем. Одна петля лицевая. Петлю с тремя накидами провязываем вместе лицевой за заднюю стенку. Провязали второй раз раппорт. И по такой схеме продолжаем вязать до конца ряда. Провязала 4 ряда верхней части. Следующие 12 рядов продолжаем вязать, так как вязали предыдущих 4 ряда, повторяя схему из 1 по 4 ряд. Провязала еще 12 рядов узоров. Вместе у меня провязано 16 рядов верхней части. Следующих 4 ряда буду вязать серой ниткой лицевой гладью. Лицевые ряды будем провязывать лицевыми петлями, изнаночные и изнаночными. Вяжем 17 ряд. Первая петля кромочная и до конца ряда вяжем лицевыми петлями. Провязала 17 ряд. 18 ряд продолжаем вязать серой ниткой. Первая петля кромочная и до конца ряда вяжем изнаночными петлями. Следующие два ряда вяжем так, как вязали предыдущих два ряда, повторяя схему из 17 по 18 ряд. Так вяжем еще 19 и 20 ряд. Провязала еще два ряда лицевой гладью. Вместе у меня провязано 20 рядов верхней части. Следующих 16 рядов будем вязать, повторяя схему из 1 по 16 ряд розовой ниткой. Провязала еще 16 рядов. Вместе у меня провязано 36 рядов верхней части тапочек. Дальше закрываем все петли до последней петли. Последняя петля будет начальной петлей для набора петель для подошвы и задника. Закрыла петли, у меня осталась одна последняя петля. Это будет начальная петля для набора петель для подошвы и задника. Начинать петли будем набирать с этого угла, вот так, по нижнему краю и к этому углу. Набираем петли. Петли набираем розовой ниткой. Набрала по краю петли. У меня получилось 151 петля. Дальше нам нужно перенести первые 70 петель с левой спицы на правую, не провязывая.
Переносим 70 первых петель. Перенесла первые 70 петель на левую спицу. Дальше крепим розовую нитку и начинаем вязать подошву. Вяжем первый ряд подошвы. 10 петель лицевых. Следующие 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязала первый ряд подошвы. Разворачиваем, вяжем второй ряд. Первая петля кромочная, 9 петель лицевых. Дальше 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязала второй ряд подошвы. Разворачиваем, вяжем третий ряд. Первая петля кромочная, 9 петель лицевых. Следующие 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязала третий ряд подошвы. Разворачиваем, вяжем четвертый ряд. Первая петля кромочная, 9 петель лицевых. И следующие 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязала 4 ряда подошвы. Следующих 70 рядов буду вязать так, как вязала предыдущих 2 ряда. Лицевые ряды провязываем кромочные, 9 петель лицевых и 2 петли вместе изнаночной. Изнаночные ряды провязываем кромочные, 9 петель лицевых и 2 петли вместе лицевой петлей. Так вяжем еще 70 рядов. Провязала еще 70 рядов подошвы. Вместе у меня провязано 74 ряда. Вяжем 75 ряд. Первая петля кромочная, 8 петель лицевых. И 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязала 75 ряд. Разворачиваем, вяжем 76 ряд. Первая петля кромочная, 7 петель лицевых. И следующие 3 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязали 76 ряд. Разворачиваем, вяжем 77 ряд. Первая петля кромочная, 6 петель лицевых. И 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязала 77 ряд. Разворачиваем и вяжем 78 ряд. Первая петля кромочная, 5 петель лицевых и 3 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязала 78 ряд. Разворачиваем и вяжем 79 ряд. Первая петля кромочная, 4 петли лицевые. И 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязали 79 ряд. Разворачиваем и вяжем 80 ряд. Первая петля кромочная, 3 петли лицевые. И 3 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязала 80 рядов подошвы. Вот такая подошва у меня получилась. Дальше на оставшихся 5 петлях будем вязать задник тапочек. Вяжем первый ряд. Первая петля кромочная, 3 петли лицевые и 2 петли вместе провязываем изнаночной петлей. Провязали первый ряд. Разворачиваем, вяжем второй ряд. Первая петля кромочная, вторую петлю снимаем не провязанную нить за работой, 1 петля лицевая. И 1 петлю снимаем не провязанной нить за работой. И 2 петли вместе лицевой петлей. Провязали второй ряд.
Разворачиваем и вяжем третий ряд. Первая петля кромочная, 3 петли лицевые и 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязали третий ряд задника. Разворачиваем и вяжем четвертый ряд. Первая петля кромочная, 1 петля лицевая, 1 петлю снимаем не провязанной нить за работой, 1 петля лицевая и 2 петли вместе лицевой петлей. Провязали 4 ряда задника. По такой схеме продолжаем вязать до тех пор, пока на спицах не останется 5 петель. Повторяю схему из 1 по 4 ряд. На спице осталось 5 петель. Вот такой задник у меня получился. Дальше закрываем все петли и тапочек готов.